Всем привет! Продолжаем смотреть интересные знаменитые картины «Эдип и Сфинкс». Картина Жана Агюст Доминик Энгра. Создана в 1808 году, как студенческая работа, была дополнена и закончена в 1827, практически через 10 лет. На картине изображен Эдип, который объясняет загадку Сфинкса. Имеет размеры 189 на 144 сантиметра, хранится в Лувре, который приобрел ее в 1878 году. Картина была начата в Риме, куда Энгр прибыл с опозданием после победы на Большой Римской премии в 1801 году. Работая в мастерской на территории виллы Медичи, Энгр продолжал свои занятия и, как требовалось от каждого лауреата премии, регулярно посылал работы в Париж, чтобы можно было судить о его успехе. Картина подписана, датирована в 1808 году. Есть надпись в левом нижнем углу. Энгр продал Эдипа и Сфинкса в 1829, а позже, как я уже говорил, картина попала в Лувр. Скажи мне, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Никто из этих существ, живущих на земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырех ногах, тогда меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время. Задал загадку Сфинкс Эдипу. Но Эдип ответил сразу: это человек, когда он мал, когда еще лишь утро его жизни, он слаб и медленно ползает на четвереньках. Днем, уже в зрелом возрасте, он ходит на двух ногах, а вечером, то есть в старость, он становится дряхлым и нуждается в опоре и берет костыль, тогда он ходит на трех ногах. Так разрешил Эдип загадку Сфинкса. И, собственно говоря, вот именно этот момент изображен Жан Агюстом Домиником Энгром на картине «Эдип и Сфинкс». Пока-пока, до свидания.